Портативная расческа с ионизацией для легкого расчесывания и блеска волос. Сегодня в обзоре электрическая расческа от Браун. Модель Satin Hair 7BR750. Она поставляется в фирменной коробке и комплектуется двумя батарейками и пользовательской документацией. Расческа выполнена в эргономичном пластиковом корпусе белого цвета. Благодаря скромным габаритам и весу в 130 граммов, она не займет много места в сумочке. Мягкая подушечка имеет гладкие зубцы без швов и острых краев, исключающие повреждения волос. Для очистки от загрязнений буферную насадку можно снять. Назначение этой расчески – бережное устранение статического электричества для легкой укладки и усиления блеска волос. Функция ионизации включается ползунковым переключателем, расположенным на корпусе. Он окружен светодиодным индикатором работы. Ниже находится индикатор заряда батареек. Питание прибора осуществляется от двух мизинчиковых батареек, что снимает необходимость поиска розетки. Для экономии ресурса прибор автоматически отключается после 5 минут работы. Что в итоге? Браун Satin Hair 7 – удобная портативная расческа, которая поможет и аккуратно уложить волосы, и придать им здоровый блеск за 5 минут. Благодаря компактным габаритам и автономной работе прибор подойдет как для ежедневного использования, так и для путешествий или командировок.